Всем привет, ребят! Вы на канале Екатерина Зайцева. И в этом видео мы с Яной будем выбирать друг друга образ. Кто первый начинает? Ты! Я первая выбираю образ. Заходим в Glory Chats. Ребята, короче, мы решили, что это будет наш влог. Итак, я взяла вот такую бумажку и такие штанишки. Идем выбирать дальше. Короче, ребят, я уже выбрала вещи для Кати. Сейчас идем, мерить. Итак, ребят, мы уже выбрали наши образы. Вот тут для меня, а вот тут для Яны. И, значит, первое буду мерить я. Два образа эти. Хотя, давай так. Один образ из твоего я мерю, потом ты меришь мой один, потом я опять твой, и ты опять мой. Окей. Короче, все, давайте, сейчас переоденусь. Джинсы оказались не по размеру, и поэтому Яна пошла за другими. И она уже пришла. Все, теперь буду одеваться. Короче, мне кажется, это будет зашибись. Ладно, покажи меня нормально. Вот, это ее образ, почему-то он школьный. Извините. Так, вот как это выглядит. Штаны такие крутые. Кстати, у меня такие же штаны. Ну, я ей выбрала такие же. Они самые крутые тут. Теперь я одеваюсь. Все, я не снимаю этот образ пока что. Ну ладно, нормально. Ну, в принципе, как тебе? Нормально. Вот тут мне кажется, что вот это, и ей тоже кажется, что вот это вот, это вообще... Вот. Это первые образы. И сейчас мы начнем второй образ. Все, переодевай меня. Это второй образ. Юбка коротковатая. Ну там... Ну если вот так сделать, то нормально. Короче, я говорю по поводу этого образа, я бы вот эту майку изменила, потому что она к этой юбке не подходит совершенно. Даже не могу сразу на тебя все померить. Теперь будет Янин второй образ. Ну вот мой, короче, второй образ в зеркале лучше. Вот. Юбка прикольная. Короче, теперь второй образ Яны. Вот мой образ. Наверное, он ей понравился. Что со мной? А я переоделась, потому что я прогадала с размером джинс и ходила за другими, а те оказались ей большие. Угу. Если вы хотите еще такие видео, то пишите в комментариях. Вот. Ну, мне Катя будет обувь выбирать, а потом я покажу, какую обувь я хотела тут. Ты что да, да. Вот такие. Я хотела типа, вот такие, но это для мальчиков, только без динозавров. Вот. Я хотела, чтобы ты померил. Те, которые я выбрала. Вот она. И вот такие. Все. Тут нет нормальных. Типа в детском отделе, а у нее нога маленькая. И там вообще типа для... Нет, 5 лет кто будет носить. Короче, мы сейчас идем в детский мир. Потому что тут нифига ничего нет. Потому что мы хотим посмотреть всякие штучки. Да. Я бы оба все это, я беру это с собой. Так, с вас 5 миллионов. Потому что реально это так дура. Яна! Смотри. Нифига. Люмус. Смотрите, какой пакет. Это отдел Гарри Поттера. Ой, а можно я туда не заберу? Так, сколько там этот палочек стоит? Мне нужно говорить папу. Как это включить? Это палка, не знаю, что это. Итак,
мы уже выходим из Биволэнда. Поэтому все. Прежде чем мы поели, мы сняли видео, поэтому все отлично. И сейчас мы пойдем к бабушке, к старбуз. Пока.